Полдень столицы. Вы смотрите новости. С вами Динара Саду. Здравствуйте. Глава государства принял уполномоченного по правам человека Артура Ластаева. Он рассказал, что в прошлом году ему поступило больше 5000 обращений. Это в полтора раза больше, чем в 2022. Он также рассказал, что в стране провели больше 1000 превентивных посещений по предупреждению пыток. Вынесли свыше 3500 рекомендаций о восстановлении прав и привлекли к ответственности 275 должностных лиц. В результате защищены права более 900 человек. Уполномоченный по правам человека отметил, что разрабатывается специальный доклад о противодействии семейно-бытовому насилию. Касым-Жомарт Токаев указал на необходимость дальнейшего усиления гарантий защиты прав человека. 44 дома затопило в Нуринском сельском округе Актюбинской области. 4 дома полностью разрушены. Это последние данные местных властей. В Ргизском районе сейчас работает наша съемочная группа. Алишер Ашимов выходит к нам на прямую связь. Алишер, здравствуйте. Расскажите, какая сейчас обстановка в районе? Алишер. Динара, приветствую. Мы продолжаем следить за паводковой ситуацией в Ыргызском районе. Здесь продолжают бороться с талыми водами. По данным местных властей, больше 40 домов затопило. Из них 4 саванных дома полностью ушли под воду. Отмечу это только в Нуринском сельском округе. По данным специалистов, в остальных сельских округах ситуация наблюдается пока стабильная, но тем не менее там времени зря не теряют. Продолжают эвакуировать людей, их размещают в пункты эвакуационные. Их в селе Иргиз 4, они открыты на базе местных школ. Также хочу отметить, что на базе районного акимата функционирует оперативный штаб. Там ежедневно вечером уполномоченные органы докладывают об обстановке. И мы записали акима района Нурлана Кызбергенова. Предлагаю его послушать. В настоящее время идут работы по укреплению дам в сельских округах Таоп и Жайсанбай. Там работают 12 единиц техники и больше 170 человек. Это волонтеры и военнослужащие. В целом обстановка стабильная. Спасателями и военнослужащими продолжаются все противопаводковые работы. Что касается реки Тургай, то уровень воды там остается совершенно неизменным, отмечают специалисты. Здесь уверены, что вода пойдет на спад и ситуация нормализуется. Отмечу, несколько дней назад в село Иргизского района Актюбинской области пришла вода из реки Тургай, подтопила населенные пункты Нура, Мамыр и Бельшер. К этой минуте у меня вся информация. Динара. Спасибо большое. На прямой связи со студией был наш корреспондент Алишер Ашимов. Тем временем в самом Актобе продолжают работать специально созданные комиссии по оценке ущерба, нанесенного паводком. Помимо домов, проводят тщательный осмотр и учет поврежденного имущества. По предварительным данным, затоплено 136 домов и больше 1000 дач. Подробнее в следующем материале. Дом Айнур Елгондины непригоден для проживания, кругом сырость. Сейчас она с тремя детьми временно находится в общежитии, куда их эвакуировали во время паводка. Женщина рассказывает, что дом, построенный 13 лет назад, затопило во второй раз. После первого случая ей полностью возместили нанесенный ущерб. Надеется, что и сейчас окажут поддержку. В 2017 году выплатили компенсацию. Весь этот процесс тогда продлился 4-5 месяцев. В этот раз комиссия тоже приходила. Соседи уже получили выплату по 300 тысяч. Мы пока нет, ждем. Если наш район решат переселять, то мы согласны и на арендный дом. Всего в акимат района Алматы города Актобе поступили обращения от 2837 пострадавших семей. Большинство приходится на жителей домов садоводческих коллективов, расположенных по берегам рек Лек, Сазды и Карлыгы. Сейчас в зоне затопления работают оценщики. Им необходимо определить точную стоимость каждого поврежденного предмета. Также установят ущерб, нанесенный жилищем.
Мы осматриваем конструкцию дома, внутреннюю отделку, полы. Определяем, насколько они сильно пострадали от воды. Делаем расчет согласно нормам и правилам строительства. Затем по итогу даем рекомендацию, какая работа должна быть проделана. На данный момент большую часть жилищ, расположенных в городе, члены специальной комиссии уже посетили. Для осмотра домов в дачных массивах составили график. После определения объема нанесенного ущерба из бюджета выделят средства на его возмещение. Все необходимые документы мы соберем. Затем будем решать вопрос возмещения путем подачи заявки в бюджетную комиссию. В целом есть поручение акима области и акима города завершить все эти работы к концу мая текущего года. Помимо возмещения ущерба пострадавшим от наводнения предусмотрена единовременная выплата в размере 300 тысяч тенге. К ее выдаче уже приступили. Елизавета Шалина, Ануарбек Мырзатайлы, Болотбек Молдагалиев, 24 КИЗ, Актобе. В Западно-Казахстанской области продолжается сбор гуманитарной помощи для пострадавших от паводка. На сегодня в регион уже поступило порядка 700 тонн. Груз доставляют в эвакуационные пункты, а также в потопленные села. Подробности у нашего корреспондента Анель Едальказа на прямой связи со студией. Анель, здравствуйте, вам слово. Здравствуйте, Динара. Да, сейчас мы находимся в одном из пунктов сбора гуманитарной помощи Западно-Казахстанской области. Сюда привозят одежду, продукты питания, средства личной гигиены, хозтовары. Все это сортируют и отправляют пострадавшим от паводка жителям. Также помощь поступает из других регионов страны. Буквально час назад гуманитарный груз прибыл из Алматы. Его собрали основатели транспортной алматинской компании. Давайте послушаем интервью. Дорога была дальней, ехал трое суток. Хотелось скорее доставить гуманитарную помощь пострадавшим. Здесь около 15 тонн груза. Есть одежда, средства гигиены, в том числе для детей, вода и другое. Помощь собирали все неравнодушные жители Алматы. Будем помогать и делать все, что в наших силах. Сейчас рядом с нами находится руководитель коммунальных госучреждений Кугамдык Келисим по Западно-Казахстанской области Айгуль Туркина. Айгуль, ну здравствуйте. Расскажите, сколько тонн гуманитарного груза уже собрали в этом пункте и какую часть успели... С 28 марта у нас работает штаб гуманитарной помощи при Ассамблее народа Казахстана по Западно-Казахстанской области. На сегодняшний день мы приняли где-то около 150 тонн груза на сумму 237-250 миллионов тенге. На сегодняшний момент в нашем складе, вот сейчас, где мы разгружаем помощь, которая пришла с Алматы, примерно где-то осталось где-то около 50 тонн груза. В основном у нас груз не залеживается на складах, потому что мы конкретно работаем по заявкам, берем с 5 районов заявки. Сейчас мы обслуживаем и город, то есть здесь у нас идут пункты, где обеспечивают общественным питанием людей, которые работают на возведении, допустим, дам. И кроме того, мы обслужили где-то 400 человек с дачной 2 и поселка Подстепная. И нам помогают на данный момент буквально все. И граждане, есть и школьники. На сегодняшний день, допустим, приехали с войсковой части ребята. И основной удар, конечно, падает на работников Кугамдык Келисим, нашей досток ИДН. Какие вещи в первую очередь вот сейчас нужны? В принципе, вот все фуры, которые пришли сюда, они работали с нами по заявке. То есть до этого мы сразу созванивались с областями, с Чимкентом, Туркестаном, с Алматой, допустим. У нас есть этот Ялматинец, Саида, общественный контроль. Вот сейчас тоже ждем груза. Лодки, резиновые сапоги, овощи, фрукты, макаронные изделия, продукты питания, которые не скоропортящие. Затем нам нужны фонари, нам нужно постельное белье, детское белье. Короче, все, что касается именно человека для устройства его человеческого быта, нормального быта. Поэтому мы не отказываемся ни от чего. Естественно, у нас бывает гуманитарная помощь, которая приходит в виде вещей. Мы их тоже расфасовываем, рассортировываем и доводим непосредственно до эвакопунктов. Но сейчас в эвакопунктах у нас работают и аналаркинисы, и аксахалкинислер. То есть нужна и психологическая помощь. И в принципе, и они также у себя открывают тоже эвакопункты,
от нас берут товары по заявке, то, что, конечно, у нас в наличии есть, и они распределяют среди вот пострадавших людей в Западно-Казахстанской области. Спасибо вам большое. В целом на сегодня для борьбы с паводками в регионе задействовано порядка 6500 человек, в их числе сотрудники МЧС, Минобороны, МВД, волонтеры и другие. Продолжаются аварийно-спасательные берегоукрепительные работы вдоль русел рек Жайык, Чаган и Деркул. Уже уложено 700 тысяч мешкатар. Привлечено больше 1000 единиц техники. Силы и средства дополнительно привлекаются из 7 регионов страны. Сейчас к этой минуте у меня все. Динара, передаю слово вам. Спасибо большое. На прямой связи со студией была Анель Едельказе из Уральска. В Кульсары постепенно стабилизируется паводковая ситуация. Уровень реки Жем с начала объявления режима ЧС снизился на 136 сантиметров. Продолжаются активные работы по откачке воды из пострадавших домов. По последним данным, в Жилоойском районе откачано больше 200 тысяч кубометров. Свыше 2500 жилых и административных объектов все еще остаются подтопленными. В ближайшее время в городе приступит к работе оценочная комиссия. В состав комиссии были включены активисты от каждого сельского округа. В скором времени оценщики приступят к работе, так как на сегодня уже есть дома, где воду откачали. Что касается поддержки населения, то уже начались единовременные социальные выплаты пострадавшим. 1200 семей уже получили по 100 месячных расчетных показателей. Эпидситуация в Жилоойском районе тоже стабильная. Из централизованной системы водоснабжения отобрано 118 проб. Никаких замечаний по качеству питьевой воды у сотрудников санэпидконтроля не возникло. Также для микробиологического исследования воды было отобрано 122 пробы. Несоответствия не выявлены. Из собранных в районе паводковых вод было отобрано 9 проб. В результате тесты на энтеровирус, ВГА, ротавирус отрицательные. Остальные 7 проб находятся в процессе исследования. Эта работа в дальнейшем будет продолжена. Павлодарская область готовится к приходу большой воды. Природоохранный попуск с водохранилища Восточно-Казахстанской области вступил в активную фазу. В этом году в Иртыш сбросят 6,5 миллиардов кубометров воды. Это позволит после длительной засухи затопить почти 90% речной поймы на территории региона. Обильные попуски наряду с благоприятными прогнозами по восстановлению биоразнообразия флоры и фауны Иртыша создают и риски подтопления прибрежных сел в Майском, Павлодарском районах, в районе Акулы, а также в пригородах Павлодара и в городе Аксу. Сейчас там сооружают защитные дамбы и готовятся во всеоружие встретить весенний разлив Иртыша. Ербол Абишев продолжит тему. Раиса Дмитриева живет в пригородном селе Кенжиколь. Населенный пункт стоит первым на пути весеннего попуска. Ситуация с паводком в других областях тревожит пенсионерку. Ее дом при каждом разливе топило до фундамента. Очень страшно было. Потому что вода первые года приходила, об фундамент дома билась. Потом начали делать небольшую дамбу. Но до этих пор доходила вода. А сейчас вот столько страху было, смотрели по телевизору, столько беды людям приносит эта вода. После нескольких лет засухи к приходу большой воды Кенжиколи готовятся основательно. До 3 метра подняли защитную дамбу и протянули ее до самых крайних домов. В Кенжикольском сельском округе имеется 2 километра 100 метров дамбы. И дополнительно мы сейчас делаем 500 метров дамбы. Это высотой где-то 3 метра будет. Ну, будем максимально поднимать. Работы продолжаются. Уже осталось 50 метров. В течение пару дней мы уже завершим эту работу. Как ожидается, в ближайшее время вода зальет пойменные луга. Долгожданный после 3-летней засухи обильный разлив Иртыша как радует, так и тревожит жителей прибрежных сел. На случай ЧС в Павлодаре развернут оперативный штаб. Служба спасения сосредоточила силы и средства, чтобы отразить удар водной стихии. В рамках подготовки было отсыпано более 57 тысяч инертного материала. Проведена укладка более 5000 мешкатары. Проведена заготовка более 13 тысяч штук мешкатары, а также дополнительно были возведены более 23 тысяч метров земляных защитных насыпей. Всего на превентивные противопаводковые мероприятия задействованы 64 единиц техники, 153 человек.
Уровень воды на Иртыше в эти дни строго мониторят. На 5 постоянных и 14 временных гидропостах следят за паводкоопасной ситуацией. В регионе надеются, что разлив пройдет без последствий, а сенокосы и пойма реки сполна получат долгожданную влагу. К сожалению, упадок гидротехнической отрасли привел к тому, что регулировать сбросы воды уже здесь нечем. 3 года назад мостовой шлюз демонтировали неизвестные. Оттого за годы засухи напитать полноценно водой сенокосное угодье не получалось. Сейчас ситуация совершенно иная. Со дня на день пойму у села Кинжиколь затопит, и вся вода через этот мост устремится в русло Иртыша. Ербулабишев, Давлет Кушкарбаев, Марат Игликов из Павлодарской области, 24 КИЗ. Впервые за несколько суток снизился уровень воды в реке Томи в Томской области. Сейчас он составляет 743 сантиметра при опасной отметке в 750. По последним данным, на территории Томска и в 2 районах остаются затопленными 4 населенных пункта. Режим ЧС из-за паводка еще действует на границах ряда сел. Растет число жертв сильного наводнения в Афганистане. На данный момент известно о гибели 66 человек. Еще 36 получили ранения. Десятки пропали без вести. Разрушены почти 600 домов. Наводнение повредило больше 1000 гектаров сельскохозяйственных угодий. Спасательные работы продолжаются. Накануне в стране за сутки выпало годовое количество осадков. От внезапных паводков пострадала столица Кабул и еще 20 провинций. Сильные торнадо с градом обрушились на американский штат Айова. Основной удар стихии пришелся на округ Покахонтас. Там порывы ветра достигают 80 км в час. В результате удара стихии разрушены сотни домов. На дорогах лежат поваленные деревья, оборваны линии электропередачи. 1000 людей остались без света. Власти рекомендуют жителям укрыться в безопасных местах. Информации о жертвах и пострадавших нет. Штормовое предупреждение объявили еще в 4 штатах. Ожидается, что там в ближайшие несколько дней пройдут 16 таких смерчей. Танзания продолжает страдать из-за наводнений и ливней. В результате непогоды с начала месяца в стране погибли 58 человек, сообщает BBC. Стихия затронула прибрежные районы на юго-западе страны, а также нанесла ущерб 1000 ферм. В ряде деревень затопило десятки домов. Без крова остались по меньшей мере 1000 человек. Идет эвакуация населения. Сейчас в Танзании пик сезона дождей. Региональные власти заявляют, нынешний ливень самый мощный за всю историю страны. В Мексике лесные пожары охватили 20 регионов страны. Там зафиксировали около 80 очагов возгорания. 17 из них затронули охраняемые природные территории. К этому часу огонь уничтожил больше 50 тысяч гектаров леса и продолжает распространяться. К тушению привлекли 1000 спасателей и несколько вертолетов. Затрудняет работу сухая и жаркая погода. Температура воздуха в некоторых регионах достигает 45 градусов. Протесты относительно корриды прошли в столице Колумбии Боготе. Запретить проводить традиционное зрелище с участием быков призвали десятки зоозащитников. Они устроили фаер-спектакль с имитацией раненого животного и скандировали лозунги напротив здания Конгресса. Между тем, местные власти обещают рассмотреть законопроект о полном запрете боев быков в стране. В 2012 году под натиском активистов кровавые фестивали приостановили. Однако год назад корриду снова вернули. Сейчас бой быков практикуется в 8 странах, среди них Испания, Мексика и Эквадор. Демографический кризис обостряется в Греции. Там зафиксирован один из самых низких уровней рождаемости среди государств ЕС. Такие данные приводит Евростат. В некоторых деревнях проживает всего по одному подростку. Эксперты связывают ухудшение демографической ситуации с жесткими экономическими мерами и высоким уровнем иммиграции. В Греции очень много безработной молодежи. Они не спешат заводить семьи и детей из-за финансовых трудностей и отсутствия господдержки. В мае власти планируют принять ряд мер по борьбе со снижением рождаемости. Среди них увеличение денежных пособий, удешевление жилья для молодежи и финансовая помощь в сфере репродуктивной медицины. Международный валютный фонд улучшил свой прогноз роста мировой экономики на этот год. МВФ прогнозирует увеличение показателя до 3,2% к 2025. Эксперты организации связывают это с ростом экономик США, Китая и других крупных развивающихся стран.
Также в отчете подчеркивается, что в 2025 глобальная инфляция упадет до 4,5%. Экономический рост может остановиться из-за длительного повышения процентных ставок центробанками и геополитической напряженностью, отмечают в МВФ. По их словам, обострение ситуации на Ближнем Востоке приведет к нарушению торговли и подорожанию энергоносителей. А в Евросоюзе приветствуют подписание Касым-Жомартом Токаевым закона о правах женщин и безопасности детей. Соответствующее заявление опубликовано официальным представителем Европейской службы внешних действий в его официальном аккаунте социальной сети. Как отметил Петер Стано, это большой шаг и вдохновляющий пример мобилизации гражданского общества. И ЕС с нетерпением ожидает надлежащей реализации и готов продолжить сотрудничество с нашей страной. Председательство Казахстана в Шанхайской организации сотрудничества вышло на финишную прямую. Проведено около 90 различных мероприятий. Готовится более 30 документов в разных сферах сотрудничества. Инициативы Казахстана обсудили в рамках круглого стола в Москве. Открывая встречу, посол Казахстана Даурен Абаев напомнил слова Касым-Жомарта Токаева о том, что страна приложит максимум усилий для трансформации объединения в более эффективную многостороннюю площадку. Заместитель министра иностранных дел России Андрей Руденко заверил, что Москва поддерживает приоритеты председательства Казахстана. Казахстан уже какое-то время, почти год, выполняет функции председательства в ШОС. И за это время он зарекомендовал себя как весьма энергичный, инициативный председатель этой организации. В ходе его председательства были выдвинуты целый ряд интересных инициатив. Ну, в первую очередь я бы отметил те, которые касаются вопросов реформирования этой организации, повышения ее эффективности. Надеемся, что в ходе предстоящего Астанинского саммита ряд из них будет реализован, и мы получим обновленную организацию. Это 24KZ, прямой эфир. Хищения на миллиарды тенге не допустили представители агентства по финмониторингу в Алматы. Подрядчик, строивший распределительные сети водопровода и канализации, завысил стоимость расходов на транспортировку и закуп материалов. Установлено, что место, откуда везли грунт, на 30 километров ближе, чем указано в проекте. Кроме того, на 1500 тонн завышены объемы строительного материала. На момент выявления нарушений готовность объекта составляла уже 93%, и почти вся сумма была освоена. Генподрядчику увеличили объем работ, который он выполнит уже за собственные средства. По инициативе АФМ акиматом города Алматы генподрядчику ТО «Сапа-Курлыс-2007» увеличен объем выполняемых работ, не предусмотренных проектом, на 900 миллионов тенге. Данная работа направлена на превенцию и недопущение хищений со стороны участников процесса развития социальной инфраструктуры и ограждение их от вовлечения в орбиту возможных уголовных и судебных разбирательств. Мошенничество с использованием искусственного интеллекта пресекли в Караганде. 60-летняя жительница города чуть было не лишилась 3 миллионов тенге. По видеозвонку человек в форме объяснил женщине, что якобы через ее счет проходят денежные средства, поступающие от наркопреступлений. С помощью нейросети мошенник создал образ правоохранителя, чем ввел в заблуждение женщину. Карагандинка уже готова была перевести крупную сумму на иностранный счет. Афера не состоялась благодаря бдительности сотрудников банка и полиции. Работников спецсонов отнесут к субъектам коррупции. Изменения вступят в силу уже в январе следующего года. Об этом сообщает пресс-служба АФМ. Ведомство мониторит процедуры получения водительских удостоверений и регистрации автомобилей. К работе привлекли и антикоррупционных волонтеров. В результате поступления в бюджет увеличились в 9 раз. С 10 миллиардов тенге до 91. Это по итогам прошлого года. Ранее систему регистрации транспорта признали коррупционно уязвимой.
и за 3 года агентство расследовало 23 уголовных дела. Как выяснилось, недобросовестные сотрудники поставили на учет свыше 3000 нелегальных машин. Вместе с тем 60 тысяч водительских удостоверений выдали незаконно. Добавлю, теперь в спеццонах запустили новые информационные системы, которые исключают возможность корректировки данных при рассмотрении и оформлении заявок. В качестве мер контроля обязательная биометрия и видеофиксация процесса в прямом эфире. В Усть-Каменогорске вновь запустили проект «10 тысяч ям за 100 дней». И теперь сами жители могут направлять заявки, какие именно дороги и улицы нужно отремонтировать в первую очередь. Акция в прошлом году показала свою эффективность, поэтому ее решено повторить, отмечают специалисты. Тем более, что контроль за работами ведут не только власти, но и общественники. Помогут ли эти меры улучшить дорожную инфраструктуру города, узнала Анель Есенбердина. Это улица Касыма Кайсенова в самом центре Усть-Каменогорска. При этом проехать здесь всегда проблема. Сейчас лужи подсохли и видны все кочки и ямы, делится водитель Федор Долгов. Ежедневно ему приходится преодолевать это бездорожье, чтобы делать доставки. А что тут говорить? Вот все наглядно. Пожалуйста, дороги вообще никакие тут. Ходить невозможно, не то что ездить. Днем еще более-менее видно, что где ямы, где-то можно объехать. А вечером можно попасть в такую яму, что и без колеса останешься. Но теперь такие ямы нужно не просто объезжать, а фотографировать. Все снимки и геолокацию принимают представители власти через специальный телеграм-бот. Задача коммунальщиков – устранить проблему. За 100 дней – 10 тысяч ям. За вот этот сезон ямочный, да, в принципе, столько ям можно закрыть. Но в прошлом году ситуация показала, что до 10 тысяч она не дотягивает. Там 6756 ям мы закрыли, да. И людям, в принципе, понравилось. Заявки отправляешь, локацию все указываешь, в принципе, и там уже в течение недели подрядная организация вот эти ямы закрывает. Пока больше всего жалоб на объездную дорогу, которая ведет к микрорайону «Защита». Подрядчики тут работают уже почти 2 недели. Слишком много ям, говорит бригадир Гизат Курпешев. Приходится латать их не точечно, а заделывать целые участки. Где вот бесполезно просто ямы делать, мы берем сплошную уже, убираем и сплошную уже асфальт селим. Более 5000 квадратов уже сделать закрыли. Если идем от арматурного, получается, до вот объездное шоссе, получается, примерно где-то 15-20 километров уже прошли. И такой подход сродни среднему ремонту. Он обеспечит большую сохранность дороги, отмечают специалисты Национального центра качества дорожных активов, так как просто заделывание ям – мера временная. Текущий ремонт – это особо хорошее качество не дает. Здесь гарантия дается только на 1 год. Средний ремонт, допустим, 2 года, реконструкция 5 лет. Текущим ремонтом достичь хорошего качества дороги, дорожного покрытия, это невозможно, можно сказать. Это только временная мера до следующего среднего ремонта, держать там проезд в безопасном состоянии. Тем не менее, пока ямочный ремонт – это единственный способ быстро привести дороги в порядок. С начала апреля, как запущена акция, в городе закрыли уже порядка 500 ям. Андрей Сенбердин, Дмитрий Пыхтин, Усть-Каменогорск, 24, КИЗ. Знаменитый комплекс Кемегалгана благоустроили молодые экоактивисты в рамках экологической акции «Таза Казахстан» в Казыгурском районе. Инициатором выступила молодежная организация «Жаста Роха». Сотни экоактивистов очистили от мусора прилегающую территорию, посадили деревья, выровняли горные породы от вандальных надписей. К слову, необычный памятник находится в 40 километрах от Шымкента на высоте 900 метров над уровнем моря. Это самая высокая точка в Казыгурских горах. Инсталляция современных художников изображает Ноев ковчег, который, по легенде, причалил именно к этому месту. Зачастую вандалы наносят вред культурно-историческим памятникам, оставляя там свои автографы. Такое видим и здесь. Специально приехали убрать территорию, стереть надписи. Такую же работу мы провели и в окрестностях мавзолея Хожа Ахмед Ясауи в городище Сауран. Хотим объехать все сакральные места в регионе, привести их в порядок. Призываем всех не проходить мимо и пресекать попытки вандализма.
Масштабную уборку на территории туристических достопримечательностей провели и в Мангыстауской области. Группа волонтеров собрала мусор вблизи горы Шеркала, каньона Бдахтасай и урочища Ахмаш. Студенты всего за пару часов наполнили мусором больше 50 мешков. Мангыстау называют музеем под открытым небом, но у этого есть обратная сторона. Туристы оставляют после себя горы мусора. Акция по уборке, стартовавшая в регионе в начале апреля, завершится 11 мая. Меня очень беспокоит мусор на природе. Это наша общая проблема. Для ее решения мы предлагаем, например, поставить здесь охранников. Или еженедельно проводить здесь очистку, нанять и закрепить для этого хотя бы одного человека. Мы должны содержать природу, наш общий дом в чистоте. Тысячи гектаров полыхающего леса, возгорания на складах и в крупных торговых центрах. Последние годы для казахстанских пожарных выдались непростыми. Да и в целом профессия эта рискованная. Свою жизнь ее представители подвергают опасности каждый день. Чтобы узнать, каково работать в условиях повышенного риска, мой коллега Рауль Габитов побывал в одной из пожарных частей столицы. Пробежка, силовые упражнения и тактические занятия. Тренировочные нагрузки пожарных не слабее, чем у профессиональных спортсменов. И это важно, ведь в этой профессии физическая мощь может сыграть ключевую роль в спасении человеческой жизни. Как часто такие занятия проводят? На свежем воздухе мы тренируемся раз в месяц. Во время возгораний бывают разные случаи, когда, например, приходится выбивать дверь или отодвигать тяжелые предметы. Поэтому и нагрузки во время занятий у нас соответствующие. Помимо этого, тренировки проводятся в специальной камере с имитацией пожара. На службу пожарные заступают рано. В течение суток они находятся в постоянной боевой готовности и в любой момент готовы надеть боевки, сесть в машину и умчаться на вызов. Два хода, КП на выезд, УКНЛ 38, возгорание в хостеле. Чтобы стать настоящим пожарным, недостаточно просто иметь желание помогать людям. Надо обладать специфическими знаниями и навыками. Например, уметь максимально быстро одеваться. Как говорят в армии, пока горит спичка, а горит она 30-40 секунд. А вот пожарным на это отводится вдвое меньше времени. На многих возгораниях побывали? Да, достаточно. Большое количество вообще. Для меня запомнился по адресу Бесикпаева, по улице Бесикпаева. Получается, горел склад бытовой химии, продуктов питания. В общем, получается, где-то 5000 квадратов. Мы там почти двое суток были на этом пожаре. Но не всегда работа заканчивается успехом. Иногда случаются трагедии. Почти два года назад по проспекту Момушело в 15-этажном доме вспыхнул огонь. Отважный пожарный Оскар Забикулин вынес из горящей квартиры троих человек, но сам погиб от полученных ожогов. Его признали героем, а позже назвали в его честь улицу и пожарную часть, в которой он работал. Если говорить о статистике за последние три года, то за три года при тушении пожаров, при исполнении долга служебного погибло 14 сотрудников. Конечно, ну, героически погибшие. Потому что вообще работа по тушению пожаров, она всегда связана с большим риском для жизни и здоровья людей. И для самого пожарного. Потому что выезжая на боевое дежурство, он каждую минуту подвергает себе опасности. С начала года по всему Казахстану произошло больше 2000 возгораний. Около 200 человек погибли, либо получили травмы. Но спасенных гораздо больше. И пожарные тут сыграли важную роль. Интерес к профессии какой сегодня? Ну, интерес, если так откровенно говорить, конечно, в противопожарную службу люди приходят не то чтобы разбогатеть, не для того, чтобы, как бы, это призвание в большей степени, это желание служить родине. На тушении реального пожара наша съемочная группа так и не побывала. И это хорошо. Значит, в этот день никто не пострадал, не погиб и не лишился своего имущества. Но день, проведенный среди настоящих пожарных, оставил понимание того, что на страже пожарной безопасности нашей страны стоят те, в ком можно быть уверенным. Рауль Габитов, Уэрден Жархан, 24 КЗ. И на этом пока все. До встречи.